100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. Всего лишь 726 рублей баланс на MyCSGO. А это значит, что сейчас мы пойдем с самого маленького баланса до ножа. И да, это самая любимая рубрика, которая только здесь есть, потому что прямо сейчас мы вместе с вами можем попробовать выбить нож. И выбить не просто нож, а выбить нож, ну, буквально со 120-300 рублей. Но я заложил 700 рублей, на всякий случай. Поэтому давайте сразу, перед тем, как мы еще не начали, если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используй самый рабочий и самый окупаемый промокод. И это промокод папа. Любая сумма умножится ровно на 30%. Ты закидываешь 1000, получаешь 1300. Закидываешь десятку, получишь 13 тысяч на баланс. И помимо того, что это самый большой процент на пополнение, который только здесь есть, он тебя еще и окупит. Поэтому обязательно используй его, обязательно пополняй через промокод папа, потому что это самый большой бонус, который только здесь есть. Ну что, поехали, друзья. Попробуем открыть кейсы, которые у нас на главной странице. Это кейсы ивентные. И чтобы вы понимали, суть их в том, что они просто дают тебе в 1,5 раза больше очков за ивент, если ты открываешь именно их. Кстати, как говорят, можно попробовать посмотреть, сколько они выдадут. 69 рублей, неплохо. Минус 10 рублей, минус. Вроде не критично, но давай эхо. МК облом и дань уважения. Одно открытие 15 рублей, что уже очень хорошо. Поехали посмотрим. Может быть, сейчас что-то и выпадет. Это будет просто замечательно. Ай, маг выпадает. Ну, хотя, в принципе, я не скажу, что здесь что-то дорого, но мы открываем всего лишь на 150 рублей. И даже если он сливает, это супер не критично, и ничего страшного в этом нету. Так, ну, два кейсика пооткрывали. Можем пойти вниже, пооткрывать что-то такое. Вот, давай, да. Давай реально что-то такое, вот прям супер дешевое. Зеленый дракон. Ни хрена себе, 8,5 рублей, а тут эмка в живом цвете лежит. 85 рублей, это очень мало. Слушай, я что-то когда раньше открывал, я даже особо-то и не, как-то и не замечал, что здесь эмка в живом цвете. Эмфазавр. 174 рубля. Так, хорошо. А если мы попробуем Ра, он чуть-чуть подороже, и тут у нас уже дань уважения. Легион Анубиса, королева пуль, Мортис, фулл инжектор, обезьянье дело. На 10 раз, да и посмотрим, что нам выдаст. Поехали, мужики. Обязательно поставьте лайк, пацаны, поддержите этот канал, потому что я стараюсь открывать все эти кейсы каждый день для вас. Ах, 51 рубль. Почти в 2 раза слил. Несмотря на что здесь почти больше, чем в 2 раза купил, здесь почти в 2 раза слил. Слушай, ну такими темпами вот этот торт, кейк, должен нас окупить. МК Неануар. Ну, я не знаю. МК Неануар, это так как-то слабовато, потому что у нас, извините меня, в первом кейсе зеленый дракон лежала в живом цвете за 450. Здесь Неануар. Зато здесь есть турбовыпад. А турбовыпад, наверное, супер дорого. И даже несмотря на то, что супер дорого, 693, ни хрена себе. Подожди, стоит. То есть это стоит 423, а дань уважения. Ой, турбовыпад стоит 693. Так не проще ли 693 переложить налево, чтобы она была самая дорогая? Как-то непонятно, какая-то заманушка, как будто бы, да? Ну ладно, Роберт Маск, поехали. Здесь самый дорогой у нас агент Кавалерия. Ну, доктор. Агент доктор Кавалерия, называйте как хотите. Может быть, он окупит. Ну, слушай, пока что, вот пока что, я тебе скажу так, дешевые кейсы окупают. И окупают довольно-таки хорошо. У нас баланс растет. Мы открываем самые дешевые кейсы на сайте, у нас баланс растет. Мы уже дошли до вайбинга, 180 рублей, а у нас баланс увеличивается. Это круто, поэтому давайте посмотрим. Ну, также 10 раз, также пробуем. Дуалити пролистывается, я в шоке. Просто пролетает и ничего не падает. И ничего, 92 рубля и все. Ну, не знаю, есть ли смысл открывать джекпот. Конечно, давай попробуем 240 рублей. Океанское побережье. Просто если сейчас не выпадает что-то толкового, ну, я не знаю, пацаны, нам нужно будет менять тактику, попробовать подкрывать какие-то другие кейсы. Потому что следующий кейс за 500 рублей, который мы сольем, это... Океанское побережье. Блин, ну вот дальний свет это дешево. Ни хрена себе дешево. А чё он? А,
Какая-то сверхновая какая-то выпала. Я даже не знаю, что это, но хрен с ним, нормально. Самое главное, что окупилось, бомжа принципиально открывать не буду, потому что оно нам не надо. Давайте попробуем опуститься вниз в майнинг и откроем что-то по типу Азимова за 123 рубля. Попробуем просто выбить какую-нибудь Азимов пушку, посмотрим, окупает она или нет, ровно на 2-3 раза и пойдем дальше. Задача сейчас выбить 5-6 тысяч рублей, поэтому у нас сегодня очень интересный ролик. Одна Азимов. Сколько это? Мое почтение, 2 раза бесплатно открываем и поехали. Вот это, кстати, супер хорошо. Если сейчас нас окупит, то это будет просто невероятно. Ну ладно, ничего страшного, мы можем открыть 2 раза, не обязательно открывать на один. Вы знаете, я тоже сказал, еще на один разок. Давай, кстати, в Азимове останемся, посмотрим, насколько далеко МК Азимов. Прикинь, МК Азимов упадет за 9000. Ты открываешь кейс за 123 рубля, тебе упадет МК Азимов, которая стоит... Ну ладно, я просто фантазирую, такое в принципе невозможно, но вдруг, мало ли. Ну вообще, в принципе, тоже почти калаш выпал. Но пока ничего не выпадает, пока вот единственный скин, который мы открыли и окупились, это P250 Азимов. Он дал нам 2 открытия, но тем не менее мы потратили всего 400 рублей. 2526. Простите, что? Обалдеть. Так, давай попробуем, наверное, еще раз. Это, прикиньте, это меньше косаря. Сколько мы раз крутанули? 5, 6? Это меньше косаря. Мы даже меньше 500 рублей в кейс потратили. Потому что нам выпал P250. Ну, здрасте, приехали. Просто калашик на ровном месте за 2000, здрасте. Поехали дальше, попробуем докрутить 500 рублей, которые у нас были. Ну и дальше нужно будет пробовать открывать следующие кейсы, потому что здесь очень много кейсов, а баланс у нас 2700. То есть, фактически, это может быть почти уже совсем скоро нож. P250 Азимов, значит, еще 2 раза бесплатно открываем, нормально. Вот знаешь... Сказал, открою на 500, но если Азимов выпадает, плюс 200, опять открываем на 500. А вдруг сейчас еще что-нибудь выпадет? Пока что это один из самых окупаемых кейсов, которые только есть. Поэтому, мужики, обязательно поставьте лайкосик. Баланс 2800, мы понемножечку его разгоняем. Конечно, мы попробуем выбить нож и выбить нож за 20-30 тысяч. Сделаю 2 ролика на эту тему и посмотрим, с какого раза мы сможем окупиться. Поэтому, если будешь играть, если будешь заходить на MyCSGO, обязательно используй промокод PAP. Папа, это самый большой, самый окупаемый процент на пополнение, который только есть. Любая сумма умножается на 30%. Да есть же! 5000 рублей продолжим завтра.